Радий представити директора художнього керівника Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Артем Свистун на гостях. Доброго ранку вам. Добре утро, Віктор. Дякуємо, що ви з нами. І так, якщо говоримо про цей проект «Ніч в театрі», це вже не перший рік. Миколаївців дивуєте можливістю провести, скажімо так, цю ніч вельми потаємно у стінах театру і подивитися, який же він дух театральний. Чим будете дивувати цьогоріч? Ну, прежде всего, хотел сказать, что эта акция, вы действительно заметили, что 5 лет уже подряд. И начинали мы с спектакля режиссер Сергей Чверкалюк. Это был спектакль «Максималист», где шкаф оживал, и он разговаривал с жителями этой комнаты. И мы делали такой перформанс, это новое течение, представление. Делали в 9 часов вечера, как бы необычно. И 31 октября, как бы такая таинственная ночь. И в 2012 году было... Такая интересная работа, где мы обыгрывали подсадной зрителя в зале, который постоянно разговаривает по телефону, мешает артистам исполнять. Выходили люди, выводили в коридор, происходил выстрел. Такое вот необычное решение, немножко с юмором, но, по крайней мере, это первые попытки были создания. Мы знаем, что есть ночь в музее, ночь вот в зоопарке, которой мы тоже помогали в организации, ночь в сказке. А ночь в театре – это такая необычная возможность попасть уже в позднее время и посмотреть затаенные закулисные моменты. Очень приятно, что зрители хотят посмотреть эту кухню за кулисами. Мы делали по цехам экскурсии, мы делали театр теней, киевский приезжал, Light Balance, который уникальный шоу световое тоже. Это были такие необычные форматы театра, которые неприемлемы, не присущи ежедневной показы и ежедневной работы. И в этом году мы тоже решили удивить нашего зрителя, потому что здание старинное, в прошлом году исполнилось 135 лет, это театральное здание, и уникальная возможность заглянуть вот под сцену, увидеть эти закулисья. И мы решили взять известное произведение, оперу «Призрак оперы». Да? Это давно у меня была идея, мечта сделать эту постановку на сценическом комплексе. И вот настолько оно легло вот в современном прочтении этой работы, что зрители, я думаю, завтра оценят. Именно 31 числа мы решили показать эту постановку, историю взяв театр Монте Купца, да, потом театр Шефера. Вот этот переход между поколениями, и наша хорошая команда работает. Музыкальный руководитель проекта Екатерина Мирзаян, которая часто является гостем вашей программы, и вот она, наш музыкальный руководитель, работала с постановочной группой. Это театр танца «Ритмы планеты», руководитель... То есть, скажем так, не только контроль. Силами театра, в плане того, актеры конечно, привлекают конечно. И актеров. Да, да. Ну, молодежный театр «Стук», перформанс живых скульптур, руководитель Евгений Блюменфельд, который тоже участвует в этом проекте. Представлена будет уже наша новая театральная студия. Наши участники впервые выйдут на сценическую площадку, будут радовать нашего зрителя. Ну и ведущие солисты нашего театра – это Денис Мисанчук, это Денис Патреваев, Александр Лукин. Вот, приглашаем и специалистов, и с районов, которые покажут вот эти оперные партии, которые будут показаны на сценической площадке. В любом случае, всегда это ажиотаж, потому что всего лишь один раз в году есть возможность посетить подобные мероприятия. А если другие, например, там даже премьерные спектакли можно увидеть еще со временем, то это только один раз. А планируете ли все-таки вот эту работу, которая готовилась, по сути, на один раз, показать еще как-то? Я думаю, да, потому что сейчас идут постоянные звонки, у нас билетов уже нет до 29 ноября, и очень приятно, что идет такой ажиотаж, спрос, появилось очень много молодежи в театре, которые действительно, мы мониторим каждый спектакль, а билетов уже давно нет на эту акцию, сегодня вот звонки, вот завтра у вас спектакль, завтра постановка, а, к сожалению, зал не может принять то количество людей, которые бы хотели прийти. Мы будем делать еще повторный показ этой акции перформанса, ну, я думаю, что мы порадуем еще на День студента наших студентов, лидеров. Я думаю, что это будет интересное продолжение нашей творческой деятельности. А если говорим, то есть о перформансе, скажем так, на это 31 число билеты уже купить нереально. Нереально. Вот так, друзья, понимаете. Поэтому те, кто успели, те, конечно, умнички и молодцы. Ну, у нас готовились. Дело в том, что у нас дресс-код – это вечернее платье, маска театральная, это умение выйти вот как бы в светское общество. Но я хочу, пользуясь случаем, пригласить на следующее необычное мероприятие наших жителей-горожан. 18 ноября
будет праздник Божоле, праздник молодого вина, который будет показан после премьеры спектакля «Труффальдино» или «Слуга двух господ». Это будет культура употребления вина, молодого вина, это дегустация сыров, это такая акция, которая будет показана в нашем буфете и тоже порадует нашего зрителя вот таким светским раундом. Вот так, друзья, можете теперь еще и узнать, как правильно пробовать и какое может быть вино. Но одним словом, как видим, реально оживление пошло театра, молодежь идет активно в театр, ну и приятно осознавать то, что билеты уже выкуплены наперед. Так что, друзья, теперь спешите покупать билеты заранее. Мы, конечно, будем теперь стараться анонсировать мероприятие за полгода, для того, чтобы вы успевали билеты эти приобрести. Вам спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня в студию, проанонсировали мероприятие.